Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это краткий гайд на нового динозавра в The Isle of Rima обновление 6.5 Траодона. Собственно, Траодон относится к небольшим хищникам. Давайте сразу посмотрим на его крики. Итак, единичка. Зов. Двоечка. Принятие в пати. Троечка. Зов о помощи. Троечка. Агрессивный крик. Четверочка. Зов о помощи. Ну что же, давайте теперь рассмотрим статы данного динозавра и его диеты. Итак, вес данного динозавра составляет 60 килограмм. Максимальная скорость передвижения 45 км в час. Битфорс удар в ньютонах 15. Собственно, это существо, динозавр небольшого роста. И сразу хочу отметить, что Траодон обладает самым лучшим ночным зрением. Вы даже днем можете видеть все отчетливо. Обратите внимание. И посмотрите на ночь. Да, сразу отмечу, что это хищники преимущественно ночной жизнедеятельности. Самую лучшую охоту проводить ночью, нежели днем. Да, старайтесь всегда прятаться в каких-нибудь кустах, мелких зарослях, траве. Давайте посмотрим на его укусы. Итак, левая кнопка мыши. Если вы нажмете правую кнопку мыши, то Траодон совершит рывок вперед. Бросок. Собственно, как Омнираптор. Но плюс, он еще накидает вам яду. Вы можете делать наброс также на шифте. Смотрите, не промахнитесь на цели. Итак, посмотрим на его альт-атаки. Кстати, Траодон, сразу отмечу, хороший пловец. И он умеет прыгать. Даже на шифте вы можете прыгать очень даже высоко и с больших высот. Вы можете не переломаться. Собственно, что в диетах у Траодона? Это кабаны, пахицефалозавры, тенонтозавры, куры, кролики, комсогнаты, омнирапторы, мелкие олени, дриозавры, гипсилофодоны и даже птеранодоны. Время роста 30 минут с хорошими нутриентами. Стамина, выносливость при полном беге 2 минуты 50 секунд. Гнезда у Траодона насыпные. Самое интересное, что можно отметить у этого динозавра, это, конечно же, его яды, которые ему добавили. Давайте поподробнее я вам о них расскажу. А если вы не поняли, все будет в нашем Дискорде, где также я подробно описал и рассказал. Ссылочки все в описании. Собственно, сразу скажу, играя без пати одним Траодоном, у вас явно будет мало каких-то шансов против больших крупных динозавров. Я имею в виду фулов, ну может быть только какие-нибудь хэтчи. А вот в пати вы сможете сделать очень достаточно много. Да, отмечу, что Траодон — это преимущественно динозавр, который нуждается в очень хорошем, даже в очень хорошей командной игре, сноровке. Отравление. Запомните, стадия отравления длится от 30 до 45 секунд, и только взрослые особи могут наносить яд. Да, то есть фулы. На хэтче, на джуви, на саб вы не кинете яда какому-либо динозавру. Итак, давайте посмотрим пару примеров. Допустим, вы играете в своей пати, в большой пачке людей, вы начинаете охоту. Сразу скажу, что только один Траодон из вашего пати может атаковать. Есть три стадии укуса, три стадии отравления. Собственно, как это работает? Первая стадия. Набрасываетесь на жертву, накусываете жертву хотя бы 5-6 секунд и, собственно, можете отпрыгивать и убегать. Будет вот такой звуковой сигнал. Значит, первая стадия прошла. Вы можете приступать к второй стадии отравления. Тоже так же набрасывайтесь, накусывайте и убегайте.
дождитесь звукового эффекта вашего траадона, можете атаковать вновь. И только после третьей стадии вся ваша пачка траадонов уже одновременно могут атаковать. Если кто-то вне очереди будет накусывать, то, грубо говоря, ваш укус обнулится. Ну, ниже стадии оно не упадет, но эффект уже будет ниже. После третьего этапа яда ваши укусы будут наносить жертве эффекты в двойном размере, и вы можете постоянно на нее накидываться столько, сколько вы сможете. До этого только первый, кто наносил укусы, обязан проделать все до третьей стадии. Запомните все третьи стадии. Собственно, кому-то может показаться, что это очень сложно, но пользуйтесь, тренируйтесь, учитесь. Да, и когда вы накусали жертву и пустили ей яд, ваша жертва начнет подсвечиваться. Нажимайте Q. Ну а если тебе понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал, ну все дела, в общем, ты знаешь. Все в описании, если тебя вдруг что-то заинтересовало. Буду рад. Ну что же, всем хорошего выживания в The Isle of Rima.